Зачем вывозить грязный снег на полигон, если его просто можно скинуть на горку, с которой катаются дети? Во Владимире жители дома номер 15 по улице Мира стали свидетелями вопиющего случая. Трактор расчищал придомовую территорию соседней многоэтажки. Собранный снег при этом никогда не увозился, а сваливался на свободный участок рядом с домами. Мало того, грязное снежное месиво сгружали как раз на то место, где, по словам местных жителей, детвора катается с горки. Работу трактора контролировала некая женщина. Как выяснили возмущенные жители, зовут ее Раиса Васильевна. Она является работником товарищества собственников недвижимости «Союз», который управляет домом номер 15А по улице Мира. Прошлой зимой этой, как говорят местные жители, работницы уже делали замечание, что так дворы убирать нельзя. Но Раисе Васильевне, видимо, все равно. При этом она не отрицает, что работает с нарушениями. Ваш трактор с вашего придомового участка вывозит снег не на свою территорию. Понимаете, вы его должны делать. Вывоз. Вы на этом сэкономили. Поэтому ответьте что-нибудь. По правилам организации, управляющие многоквартирными домами отвечают за чистоту придомовых территорий. Они должны не просто очистить дворы. Грязный, собранный снег управа организации обязана погрузить на самосвал и вывести на полигон. При этом за пользование полигоном с управ организации денег не возьмут. Снег примут бесплатно. В данном случае ТСН «Союз» экономит на аренде самосвалы. И фактически Раиса Васильевна подтвердила это. Как сообщили нам в городской администрации, здесь явное нарушение уборки придомовой территории. По этому факту будет проведена проверка. А собственникам, которые наблюдают подобные нарушения, можно смело обращаться в администрацию района или в городское управление ЖКХ.